Наблюдатели ОБСЕ выехали в Дебальцево. Об этом только что сообщил официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Республика возвращается к мирной жизни. Инженерные подразделения Минобороны ДНР проводят масштабные работы по разминированию и утилизации взрывоопасных предметов. Сегодня должен состояться очередной обмен пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. Тяжелые вооружения возвращаются к местам постоянной дислокации. Накануне стороны конфликта утвердили окончательный план отвода техники. Но выполнять свою часть договора Киев не спешит. Штаб силовой операции сообщил, что украинские войска ведут перегруппировку и обустраивают новую линию обороны в районе Артемовска. А МИД Украины заявил, что Киев продолжает активные консультации по вопросам поставок оружия.